Сейчас профессор Лян Бэй выступит перед вами. Добрый день, господа и дамы, дамы и господа. Очень высокая честь для меня быть в данном собрании и выступать перед вами. Хочу сказать спасибо Юрию и координаторам за предоставленную возможность. Позавчера мы обсуждали целый день, каким образом связать Европу с Азией. Я думаю, что вопрос следующий, ответ следующий. Необходимо внедрить валютную единицу для развития. Фактически инфраструктура, строительство инфраструктуры будет от нее зависеть. Я полагаю, что обсуждение поможет интеграции Европы и Азии для того, чтобы приобрести глобальные масштабы. Мы должны начать строительство финансовой модели евроазиатской. Целью является учредить коридор развития евразийский. Возможно, вдоль этого коридора мы могли бы стимулировать торговые и инвестиционные мероприятия между Европой и Азией. Я думаю, что подобные подходы нуждаются во внимательном рассмотрении. А что касается экономического форума, то он дает возможность всем поделиться друг с другом своим мнением и своими взглядами. Я думаю, с этой точки евразийский форум был очень успешен. Большое спасибо вам за это.